Румыния. Молдова. 15 мая. Телекрусейд. Если в твоей жизни резко пришли негативные обстоятельства, ты заболел, упадок сил, долги, кредиты, семья на грани развода, одиночество, депрессия, суицидальные мысли. Это проклятие? Миф или реальность? Как разрушить и навсегда избавиться от этого? 15 мая. Получи ответ на все эти вопросы. Мировые спикеры апостол Владимир и Виктория Мунтян будут молиться за исцеление и разрушение всякого рода проклятий. Господь, сдвинь все это, Господь, всех этих демонов, все эти болезни, все эти ситуации страшные. Массово тысячи, десятки, сотни тысяч людей уже пережили прикосновение Святого Духа, они пережили чудеса, исцеление, освобождение. Дух Святой коснулся меня, и с этих пор копчик мой больше не болит. А вот я, вот сейчас я вот хожу. Я получила исцеление, сегодня первый день встала. Мои дома, они тоже получали освобождение, потому что этот родовой демон, он ушел с моего рода, и он больше не будет атаковать моих родителей. 15 мая в 18:00 по местному времени. Успей зарегистрироваться. Информация по телефону +40 725 037 402, а также +373 799 199 05.